Смотри, это футболка Спигги. Через 5 минут тебе в дверь позвонят. Как опять? Если ты все выполнишь, то найдешь под дверью хорошее. Если нет, то плохое. Я очень надеюсь, что он успел сбежать. Все. Что там? Здесь. Он пишет, я начинаю злиться. Ничего себе! Он, короче, уже психует. Нам нужно срочно с ним пройти эту секретную концовку. Да. Но здесь аж 3 пиги. Помогите мне, пожалуйста. Я не знаю, как это сделать. Да что мы это 100 раз делали? Только мы и умирали 100 раз. Конечно, я пиги погоняю. Че уж? Конечно, мы умирали. Мы еле-еле один раз прошли. Это пиги. Обалдеть. А вот победители прошлой серии. Если ты тоже хочешь выиграть робуксы, подпишись на наши каналы Валеришка Сим, Валеришка Плей, Валеришка Геймс и пиши свой ник Роблокса. Люблю тебя. Привет, котики. Читер продолжает преследовать меня. И сейчас мы должны ему обязательно пройти эту секретную концовку. Но я, если честно, прекрасно понимаю, что у нас шансов очень мало. Угу. Мы все время в этой серии проигрывали. Этот да. 9-й чаптер самый сложный. Да, еще бот плюс плеер. Я вам сейчас помогу, я все умею. Малина, я знаю, что ты открыла флешку. Откуда? Как он знает, что мы уже ее посмотрели? А что на ней? Только сразу проверим флешку на вирусы. Что там? Здесь карта. И есть какое-то место, которое выделено. Нам что нужно туда? Ну я совершенно не поняла, ребята, там какая-то карта. Ну что это она означает? А, нет. Понятия не имею. Давай его поймаем и спросим. Свинина бегает осторожно. Нет, ребят, надо его скормить свинье сразу. Точно! Я за! Я 2 руками за. Этим сейчас я и займусь. Я вообще не знаю, как он собирается тут спасаться. Тут невозможно в этом чаптере спастись. Особенно, когда будет плюс плеер. 3 пиги, ребята. Это самая сложная часть. Мне кажется, он трус. Он сейчас где-нибудь спрячется и будет сидеть. Да, тем более он еще и писать успевает. Запомни. А что запомнить? 23D06M20G20000. Что? Специально нас путает, что да. это такое, что это означает? Он что, нам загадки будет загадывать? Я не знаю, что делать. Я чемпион мира по разгадке загадок. Давай, Балди, разгадывай, ты же сейчас, подожди, сейчас я у слона на слоне потренируюсь. Слон, сколько будет 365 минус 168? Короче, я у него еще раз прошу, что это, потому что, если честно, я вообще 23D. А ты тоже ему криво пиши. Ой, да, я ему так криво и отвечаю. Где туда? ГМБ. Да, вот это ГМБ, вот это цифры ему всякие рисуй дурацкие. Чтобы Он вообще-то 2 дня не дает мне играть в Роблокс. Я куда ни зайду, он везде заходит за мной. Давай его скормим свиньям, только настоящим. Я тебе предлагал. Уже причем двоим свиньям. Его скормим, где-то еще третья здесь ходит, Балди. У меня у бабушки в деревне отличные свиньи. Они очень любят таких читеров кушать. Еще, кстати, сегодня мы хотели вам рассказать про новинки, которые будут в Пигги. У нас новые скины добавляются, а мы никак не можем их посмотреть. У тебя есть время подумать. О чем подумать? О чем? О том, что мы, видимо, вот это 23D, что это означает? Что? Может, это номер дома? Да. Ведь там же карта у нас была. Возможно, это какой-то адрес? Да. Ого, какой большой номер дома. Да, странный, конечно, очень длинный. Ребята, пишите, я не знаю, помогайте нам, пожалуйста, что это зашифровано. Так, ладно, надо быстрее проходить, потому что если мы не пройдем... Я не знаю таких слов ГМД. Слушай, а кстати, а где он сам вообще? Откуда он это все пишет? Слушай, а где-то он точно тут где-то забагался, потому что я знаю, где он сидит. Он на крыше сидит, по-любому. А-а-а! Тихо, тихо, бабушка, подожди. Бабушка не та бабушка, что моя. Короче, здесь же есть одно место на крыше, где забагивались мы всегда. Помните, запрыгивали? Да, когда было 50. Хитренький он, конечно. Через 5 минут тебе в дверь позвонят. Как опять? Если ты все выполнишь, то найдешь под дверью хорошее. Если нет, то плохое. А что выполнишь? Если мы ему не поможем пройти секретную эту долбанную концовку получить. Давайте срочно помогать! Я начинаю злиться. Вы видели, он написал? И вообще-то у меня нет звонка. Тебе постучат. Как он быстро пишет! Конечно, он хитренький. Мы тут всех этих пиги держим. А он там сидит и ждет, пока мы ему концовку сделаем. А зачем ему секретная концовка, ребята? Как вы думаете, зачем он это просит нас? Ну, так, всем нужна. Ну, вообще-то всем нужна, Балди. И я уже начинаю подозревать, что это просто какой-нибудь наш подписчик, который еще сидит нам тут, еще и пугает нас специально. Слушайте. Не факт вообще, что это мой одноклассник. Ребята. Хотя он уже знает, что меня Малина звали. Ребята, ведь действительно... И откуда он знает, что тебе в двери постучат? Откуда он знает мой адрес?
Да, ребята, он точно где-то следил за мной. Но мне нужно обязательно узнать, кто это. Как только мы узнаем, мы сможем... А если он уже долго за тобой следит? Ты сегодня неразговорчивая. Конечно, за нами свиньи тут бегают, пока ты там стоишь за нами. Кто скажет, что я неразговорчивый? Я там свиней пасу на улице гоняюсь, а не меня тут это... Пока ты там забагался, мы тут вздыхаем от свиней. Мы тут сейчас помрем 300 раз, и ты будешь еще потом психовать, что мы тебе не помогли. И вообще, можно было к нам и по-дружески обратиться. Мы бы и так, ребята, всем помогаем найти эту секретную концовку. И не надо меня запугивать разными гадостями. И не надо нам тут всякие пароли, цифры, буквы писать. Кстати, что же это означает, ребята? Я не знаю, что это может быть. Какие 23D. Слушай, Малина, пошли его с крыши скинем втихаря. Я согласна, я как раз на крыше сейчас с бревном. О, слушайте, он реально тут стоит, такой красавчик. Слушай, ребята, кидай, да? Кидай прям на слона, попади на копье ему. А помнишь, как в 9 классе на выпускном? О, слушайте, он был на выпускном. Так, подождите. Он тебя знает с 9 класса? Да, значит, у нас было 2 новеньких, которые к нам добавились в 10-м. Значит, они сразу же отпадают. Это одноклассник, который был со мной еще до, получается, 10 класса. Хорошо, это уже интереснее. Круг уже мальчиков становится как бы поменьше. Давай распишем всех мальчиков с класса и как будем вычеркивать. Ты стала королевой бала? Кто был на балу? Слушайте, ну да, я была королевой бала в 9 классе, представляете? Да, это было круто, конечно. Но... Откуда он это знает? Значит, он тоже был на балу, логично. Слушай, может, он тоже королева бала? Королева? Я была одна. Почему товарит? Это было, конечно, очень мило, когда я стала королевой. Мне это так понравилось. Я еще просто выпила стакан, получается, сока, в котором была монетка. И кому доставалась эта монетка, тот и был королевой бала. Так что вот так мне просто повезло, я бы сказала. Ничего себе! А мне сейчас не повезет! Мне за мной слон бегается в попу, мне копье тычет! Да, быстрее, потому что... Там тоже не повезет! Мы должны сейчас достать... Нет, не берется. Давайте я возьму. Попробуй, схвати эту. Давай, все, взяла. Все, короче. А там блинов нету на печке, случайно? Нет! Смотрите, у меня в классе было 10 мальчиков. Ты выбрала не меня. Слушайте, я знаю, ведь я же была королевой бала, я должна была выбрать мальчика королем. Я выбрала Серегу, значит, это точно не Серега. Уже меньше на одного мальчика, уже легче. Осталось 9 мальчиков, всего лишь навсего. Ты пожалеешь об этом. Так это было 100 лет тому назад. Слушай, что за король? Где его корона? Он еще и угрожает. Вредный какой, сбегай, мы для него тут жизнью жертвуем, свиньям попы подставляем. Да. Я очень надеюсь, что он успел сбежать. Все. Кто здесь? Вроде бы никого. Какой-то пакет. Что это? Вера, дай ножницы. Это слишком большой пакет для флешки. Смотри. Пигги. Да ладно. Смотри, это футболка с Пигги. Класс, слушай, глянь. Откуда он знал? Я ее не одену. Тебе нравится мой подарок? Я не знаю, но я очень хотела себе футболку. Это официальная, получается, компания, которая разработала от Пигги футболки. Я же говорил, что знаю тебя лучше, чем ты представляла. Ничего себе. Так вообще я об этом просто думала, даже никому не говорила еще. Они вышли на официальном сайте, их много вообще видов этих футболок. Он очень давно следит за тобой. Но я очень люблю желтый цвет футболок. Ну, это логично, потому что, наверное, я все время часто снимаюсь в желтых разных футболочках. А я люблю зеленый, и свиней выгуливать. Короче, ребята, это жесть, откуда он все знает про меня? А мне, может, он с тобой следит за самого рождения? С самого рождения? Зачем это самого рождения я нужна? Я была маленькая, капризная и плакала. Короче, он твой тайный поклонник. Я не знаю. Футболки тебе дарят, но и угрожают. Если бы он не угрожал, вообще было бы идеально. Может, он мне это машину и квартиру подарит. Может, мы его с крыши скинем. Ладно, я шучу, ребята, шучу. Ничего мне не надо ни от кого. Тем более еще с такими угрозами. Так, все, мы с вами забираем. Я взяла колбу. Он мне вообще пообещал, что если мы ему дадим эту секретную концовку, по крайней мере, он отстанет. Завтра надень ее. Не буду я ничего одевать.
ты наденешь ее, иначе... Ну что иначе? Не знаю, опять эти угрозы. Так, смотрите, я ему пишу, я сама себе ее куплю, потому что я именно такую хотела. Откуда он знал, что я именно такую футболку хочу? Только испортил все. Так, ладно, я уже нашла себе досточку. Мы сейчас это поставим сюда и заберем молоточек. И потом пойдем скормим ее. И потом пойдем молоточком ему по балде настукаем. Сейчас мы упадем, найдем, где он вообще там прячется, бегает этот храбрец наш. Писюли нам пишут постоянно, вечно. Где он вообще успевает прятаться, чтобы еще писать там какие-то там... Нам тут некое... Все, это просто подарок. Угу. Да, конечно, просто подарков не бывает. Ты разве не поняла еще, кто я? Слушайте, а что, я уже должна была понять, кто? Да, да, поняла, не поняла, признавайся. Ну, смотрите, я уже почти нашла, 9 мальчиков осталось. Всего 9, кто из 9? Я знаю, кто. Кто? Малина, узнавай, быстрее! Малина, тут за мной свинья бегает. Он свинья. Да, причем самая большая была в классе, походу. Вы смотрите, не прозевайте концовку, потому что он будет очень злой. Я надеюсь, да я ему что... тут дам злой. Так, хорошо. Он мне тут что-то... Я ему спрошу, что я ничего не понимаю еще. Нет, я не поняла, короче. Как я могу понять вообще? Может быть, он что-то намекал, а мы пропустили какой-то его намек? Ребят, где он, что? Я не знаю. Так, скорее, нам уже осталось буквально... Так он столько буквок пишет, разве все его буквы вообще упомнишь? Иногда надо книгу издавать и записывать на листики, я не знаю. Все, ребята, мы уже переходим к секретной концовке. Я надеюсь, что мы сейчас уже поможем. И все это... Что? ЗПОД. Что? Что за 4 буквы? Это, короче, из той серии, как он писал про цифры буквы. Думай. ЗПОД? Что это может значить? ЗПОД. Балди, ты же у нас умный. Что такое ЗПОД? Я не знаю. Это какой-то загадун сказочник. Он нам постоянно загадывает цифры, буквы, не пойми что. Жесть, ребята, по-моему, он тоже присмотрелся каких-нибудь... слышите, меня чуть не захватили с двух сторон. ЗПОД, может быть... Зарплата? Нет, это ЗПОД, ЗПОД. Короче, у Валерии это уже песня, я так понимаю. Может, за задний попой, за колень? Д, а что, дубина? Д, днем. Задняя попа, О, Д, днем? Ну да. Ты сказал, что я помогу, и ты отстанешь от нас. Да, и не буду тебя искать целый день. В смысле только день? Ты мне говорил тогда, еще целый день приставал, по всем роблоксам не давал играть. И сказал, что если я помогу, то все, он не будет меня трогать. Слушай, вставь ему монетку в его ЗПОД. Я так и хочу сделать, на самом деле. И протолкни нахуй. Нет, это его молотком запел. Застучим туда. Мистер Пи забагался. Ладно. Мы, кстати, классно забагали мистера Пи. И все, я надеюсь, уже это... Где он, этот Крис? Так, скорее, все, забирай уже эту фотографию. Он больше не пишет. Оу. И не пишет, слава богу. Так, все, потому что у него руки наконец-то начали играть, а не стоять в уголочке и мне всякие смски писать. Так, все, мы уже с вами отправляемся в концовку. Он достал свои руки со своей ЗПОД. Так, не пойдет. Ну нет, я слишком долго тебя искал, теперь ты никуда не денешься. Оу. Как, опять? Да что такое? Ну почему опять угрозы? Я знаю, что ему надо сделать. Взять дубинку, да давай побалдей, все, и он вздрыстит. Вообще не смешно мне уже. Ребята, что делать? Что такое ЗПОД? Может быть, если мы расшифруем, он точно отстанет? И как мне быть с этой картой? И как быть с этими цифрами? Или вот это вот МГД. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан, присоединяйтесь к нам, ставьте свои пальчики вверх и не забывайте, солнышки, вы у нас самое лучшее.